taking his head, but he don't do anything. He just stay here. He don't try pass. He don't try pull it out. А вот он такой коварный взял и не хочет никуда смещаться. And I still have this space, so my head go in. Он ныряет головой вниз. My legs, no, you stop. My head go in and my arm too. Рукой и головой он ныряет под человека. The direction. Вот в этом направлении сейчас будет мне помогать мельница смерти. So I have to pass full arm here. Don't stop with your hand. Не останавливайтесь, не держите его пальчиками, как девушку на танце, да? Руку глубже туда. And don't put his weight on your neck here. И ни в коем случае не кладите вес на шею. Look on top. Прямая спина. Вы как вольник. So it's like a wrestling. You have to go higher, you know. Как на войне? Ходите. It's like a takedown. С прямой спиной. It's like a takedown. If I try to do that, если вы пытаетесь сделать мельницу вот так, doesn't work. Не сработает. So I have to look on top. Но будет прямая спина. Just to work. Вы смотрите вверх и ронять человека. Here the weights. Вес на плечах, не на шее. So we'll take it, both legs outside, head in, leg down, press. You see, this arm. Видите, как рука, да? Working too. Она тоже сжимает его. Don't grab like this and stay higher. No, don't hit. Вот так не надо, так не надо. Take for you. Вот так надо. Раз, два. Я говорю, посмотрите на него, он же дрищ, у него же вообще нет сил никаких, он только дышать и может. Идеально, я считаю. Вот поэтому, вот, у меня больше нет комментариев устами младенца. Что, Юра, получается у тебя? Вещь, все получается, шикарный, объясняет круто, вообще классно. Я доволен. Thank you guys for inviting me to here, I'm really glad to be here, and try pass something for you guys. Thank you.